Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В музеях Московского Кремля пройдет выставка. В Москве 8-9 ноября пройдет торжественное открытие выставки «Петр. Первый коллекционер, исследователь, художник». Об этом рассказали на сайте «Культура РФ». По словам организаторов, в проекте будут участвовать европейские и российские музеи, в коллекциях которых находятся экспонаты, связанные с личностью императора. Уточняется, что экспозиция – одно из первых мероприятий в рамках празднования по всей России 350-летия со дня рождения Петра I. Выставка будет проходить в музеях Московского Кремля до 8 марта 2020 года. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы ищите на сайте mymsk.online. До скорого!